Очень быстро это все происходит. Это пластификация. В общем-то, да. Все, она опять выброшена деньги. Ну что ж, друзья, сейчас попробую включить мягкую вспышку. Ну, не знаю, со вспышкой или без. В принципе, одинаково видно. А давайте сразу, как бы, в общем-то, по инструкции. Сейчас я возьму эту штучку. Итак, собственно, тестировали мы с вами вот такую маску от Веления. Альгинатная маска, стимулирующая с экстрактом суданской розы. Я безумно хотела попробовать альгинатную маску, но, как вы видите, это моя третья попытка, и она, опять же, не удалась. Начну, наверное, не знаю с чего, с упаковки. Упаковка простая, без всякой красоты. Здесь написано, что здесь 30 грамм, но здесь явно больше, потому что у меня есть вот такая мерная ложечка для всяких косметических штучек. И на ней стоит размер 15, то есть 15 грамм. Я уже 3 раза по 15 грамм насыпала, и эта упаковка все еще не кончается, там еще достаточно много. Что хочу сказать, цвет у сухой маски розовый, и когда вы ее разбавляете, тоже розовый. Запах очень приятный, такой нежный, цветочный. Подозреваю, что это суданская роза так пахнет. Без понятия, как она пахнет. В общем, осталось еще достаточно много. Я буду пробовать еще, потому что все-таки хочется мне испытать эту маску в деле. По инструкции рекомендуется, значит, наносить дело шпателем. Но вы видели, это было очень неудачно. Сначала она была очень жидкая и стекала, потом моментально загустела. То есть у меня даже времени не было на то, чтобы ее нанести. Вот, я могу попробовать еще кисточкой уже в другой раз, без всяких съемок. И потом вам скажу, может быть, в каком-нибудь влоге расскажу, получилось это или не получилось. Потому что одновременно замешивать и снимать очень неудобно. Потом, ну, думаю, что из-за этого тоже время съелось. Поэтому попробую еще кисточкой. Вот. После того, как маска пластифицируется, она становится как такое затвердевшее желе. Ее невозможно ни намазать, ничего с ней сделать. Вот. И по, опять же, по инструкции здесь рекомендуется подождать 5-10 минут. И спустя еще 30 минут, то есть ходить 30 минут в маске, она снимается легким движением от подбородка до лба. Наносить нужно ее плотным слоем с помощью шпателя. Написано, что наносить надо быстро, но я и так старалась достаточно быстро, но это просто невозможно за 10 секунд нанести маску. Ну, просто нереально. И она моментально начинает пластифицироваться, не знаю, может быть, соприкасаясь с воздухом, ну, хрен знает. И, в принципе, я ее вот потрогала, она уже высохла, она еще такая как бы холодная, ну, кажется, что влажная, но на самом деле нет, она не влажная, она такая прохладная, какая-то непонятная. Вот, соответственно, на все лицо я ее не успела нанести, вот все, что успела, и то, как видите, вот эти куски, они уже запластифицировались. Вот, поэтому сейчас мы будем с вами снимать и посмотрим на этих участках, какая-то будет реакция, что-то, результат какой-то. Вот, я поглядываю. А, вот она сама отваливается, кстати говоря. Я поглядываю в зеркало, потому что мне не совсем хорошо себя видно. Вот. Ну да, она не снимается, она просто сползает таким слоем непонятным. Вот. Ну, такой пленочкой.
Ее можно даже и снимать. Не снимать, она просто сама сползает. Вот. Ну, пока по ощущениям ничего не могу сказать. Как бы ощущение скорее такое, блин, слава богу, что-то такое с меня липкое, противное сняли. Потому что при нанесении и при вот этом вот нахождении в этой маске ощущение вообще очень неприятное, как будто что-то склизкое и одновременно резиновое на меня намазали. Это единственное, что спасает положение, это запах. Все остальное просто ужасно. Я не знаю, так ли работают все альгинатные маски, но этой маской я разочарована. И повторюсь, я 3 раза ее замешивала, и все 3 раза они были неудачны. Вот. Ну, вот так она снялась. Давайте я сейчас умоюсь и к вам вернусь. Так, ну, собственно, вот, сейчас вытримся. Смывала я все это дело чуть больше 5 минут, потому что оно довольно прилично прилипло. Вот, ну, я не знаю, как бы, как по-вашему, но я никаких особых изменений не вижу. И по ощущениям, то есть что-то там прям, что кожа стала дышать, что она посвежела и стала такой прям вот. Сейчас я вам вспышечку включу поближе. Может быть, вы какие-то суперские изменения увидите, которых я не вижу. Не знаю, в общем, я что-то как-то эффекта никакого не заметила, и ощущения после этой маски тоже не знаю, как вот многие там хвалят. Ну, 3 раза маска не получилась, и после более-менее удачного нанесения, в принципе, я никакого улучшения не чувствую. То есть вот как были, вот как была кожа, так и осталась. Просто я умылась, да, и ощущение какой-то такой прохлады. Но это не от маски, это и на других частях тела есть. И на шее, хотя и на шее я даже не успела нанести маску. То есть вот еще кусочки остаются где-то. В общем, никакого эффекта и удовольствия от маски я не получила. Не знаю, в общем-то, у меня еще осталось. Волосы, чё знает куда, теперь загнулись. В общем, буду пробовать еще с этой маской работать. Может быть, получится, и потом вам расскажу свои впечатления. Вот, если все-таки удастся с ней поработать, с этой маской, и если я почувствую какие-то изменения, улучшения после использования маски, непосредственно вам, конечно, расскажу свои ощущения. Но вот сейчас, на данном этапе, мы с вами вместе это делали, и я ничего не заметила. Ни по тактильным ощущениям, ни по вот просто внутренним, то есть никаких изменений. Вот, так что такой мой отзыв про маску. И сейчас вам расскажу про шампунь. Не переключайтесь. Итак, вот такой у меня был шампунь от Велиния также. Отсвечивает, наверное, немного. Сейчас поправим эту ситуацию. Так, вот так вот. В общем, шампунь увлажняющий с экстрактом морских водорослей и корнем лопуха. Что хочу сказать, опять же. Сначала мне шампунь очень понравился. Как видите, половина бутылочки я израсходовала, пользовалась чуть больше 1,5 месяцев. Где-то 1 месяц и 3 недели. Сначала он мне очень понравился, прям хорошо так смывал, прям до скрипа такого, до конкретного жесткого скрипа.
Волосы чистые, они воздушные. Немножко было ощущение такой соломистости, но после того, как их как-то высушишь, они становились более мягкие, более гладенькие. Вот. Но по истечении где-то полутора месяцев использования волосы привыкли, и уже вот этого вот скрипа не чувствовалось. Вот. И если вначале выдавливал, нужно было, ну, небольшую капельку для того, чтобы вымыть волосы со скрипом, то уже по истечении месяца нужно было выдавливать две таких капельки, а дальше и три таких капельки. Ну, где-то размером с 5-рублевую монетку. Вот, так что, не знаю, пока я его недоиспользовала, пока пользуюсь другим. Ну, к сожалению, после полутора месяцев использования эффект мне не понравился. Вначале, да, но потом как-то вот и очень сильно сушит. Я не знаю, написано увлажняющий, но на моих волосах он очень сильно сушит. И я теперь даже не знаю, ну вот я пользуюсь сейчас другим обычным шампунем от другой фирмы. И как бы особо эффекта, то есть лучше волосы стали или хуже, не стало ничего, то есть это просто шампунь. Но я сейчас ищу какое-то другое средство, которое вернет мне насыщенность и увлажненность волосам, нежели вот этот шампунь. Может быть, допользую его через какое-то время. Ну, не знаю пока, но эффекта тоже на меня особо не произвело. Вначале, да, скажу, вначале понравилось, что прям до скрипа отмывает. Но, скажем так, если вы пользуетесь летом, да, когда очень пыльно на улице, да, вот волосы, голова потеет, волосы жирнятся, да, наверное, можно им пользоваться 2-3 раза в неделю, вот он прям идеально отмывает. Но как только становится более прохладная погода, уже не работает. Уже вот этот эффект скрипа, он пропадает, и все равно, что вы обычным шампунем пользуетесь. Так что, опять же, покажу полфлакона, не знаю, буду ли его доиспользовать. В общем-то, посмотрю по ситуации. Вот такой у меня получился, надеюсь, что полезный отзыв, потому что для меня он явился, к сожалению, негативным. Я очень надеялась все-таки, что компания Верине произведет на меня хорошее впечатление. Но, увы, кстати, производство Санкт-Петербург. Все-таки вот, скажем так, Новосибирская область меня впечатляет куда больше, чем ближние к нам города. Ну и несмотря на вроде как натуральный состав, сейчас попробую вам как-то. Не знаю, видно ли четкость вообще. Ну, несмотря вроде как на заявленный натуральный состав, особой натуральности нет, не получается. Видите, не получается никак приблизить. В общем, особой натуральности я так и не заметила в этом составе. Но на первом месте вода, потом идет всякие наполнители, в том числе глицерин, эуперлан, поликватерниум, голубая глина, ламинария, колень лопуха, депантенол, хлорид натрия, лимонная кислота зачем-то здесь, краситель пищевой. Ну, до скрипа как раз лимонная кислота моет. Да, краситель, потом шампунь зеленый, да. Отдушка. Ну, кстати, запах у него такой нейтральный. Ну, довольно приятный такой, травянистый какой-то. Шарамикс, не знаю, что это такое даже. Содиум лауриллсакросинат. Диэтаналамид жирной кислоты. Алкиламидопропилбетаин.
Вот эти вот названия, которые бетаин и мид и прочие вот такого плана, они меня пугают. И все-таки, насколько бы ни была полезна эта химия, она все-таки химия для меня. Вот эти химические названия, которые напоминают мне о школе. Ну вот даже к глицерину я еще более-менее нейтрально отношусь, нежели к вот этим вот всяким луридам, полиамидам и так далее. Так что такой мой отзыв. И, к сожалению, да, к сожалению, я разочарована фирмой Велиния. Вряд ли буду у них что-то заказывать еще и приобретать. И, ну, не знаю, это сугубо все-таки мое личное мнение, потому что организм у всех людей разный. Вот у меня такая реакция, мне не понравилось. Соответственно, под итог, да, шампунь, не знаю, буду ли доиспользовать, может быть, его кому-нибудь подарю, отдам. Вот, с маской все-таки постараюсь как-то справиться, потому что хочется все-таки ее попробовать в действии вот так, как она должна быть, как она должна работать. Ну, вот пока по времени я не успеваю ее нанести, но я постараюсь ее все-таки преодолеть, эту маску, и рассказать вам потом свои впечатления. Вот. Надеюсь, мой отзыв был полезным и интересным. Если понравилось, ставим пальчики вверх. Не понравилось, ставим вниз. Мне будет в любом случае приятно. И мы с вами увидимся в следующих видео, в следующих обзорах, отчетах и так далее. И в влогах самое интересное. Вот, так что пока-пока. Увидимся. Целую всех.